Чтобы город еще ярче заиграл летними красками, сотрудники управления ЖКХ начали украшать клумбы различными цветами и растениями. Цветочные хороводы появятся на центральной площади перед ДК «Мир», у Красных ворот и перед въездом в город, у здания МФЦ. А цветы у нас, вы знаете, ассортимент большой. Вот вы видите, какие тут цветочки у нас растут. Много петунии будет, колиус, цинерария, как окаймление клумб, тагетис. А это кохия. Это цветочки такие интересные. Они вырастают шариками большими такими. Вы видели, наверное. Цветов много не бывает, и чем их больше, тем интереснее и красивее можно сделать рисунок, который, кстати, сотрудники нашего отдела благоустройства каждый год придумывают сами. Вы знаете, хочется, чтобы клумбы были яркими, побольше красного цвета, потому что они сразу бросаются в глаза и как-то на душе радостно. И в рисунке мы стараемся каждый год разные сделать. Как выбираете? Как их делаете, скажем так? Сидим и придумываем. В общем-то, элементарно. Из головы что-то придумаешь так. Посмотришь, вроде красиво получается. Очень увлекательное занятие, кстати. В этом году на радость всем лыткаринцам в городе высадят более 40 тысяч цветов. Жаль только, что среди горожан находятся те, кто выкапывают цветы, по всей видимости, себе на дачу, нанося вред общему виду клумбы. У нас в городе начали сажать цветы. Цветы самые разные. Яркие, красивые, зеленые, красные, желтые. Да на любой вкус и цвет, собственно. Ну и сейчас здесь, вот на Красных воротах, заполняется клумба. Мне рассказали, как посадить цветок. Я сейчас попробую это воплотить. Вот так, собственно, все достаточно просто. Откопали ямку, посадили цветок, присыпали и прижали. Процесс легкий. И я знаю, что во многие дворы нашего города уже завезли землю. Уважаемые жители, не поленитесь. Выйдите и посадите цветочек. Давайте сделаем наш город красивее вместе.